Доброго дня всем зрителям моего канала. Представляю вам новый фильм об охоте на гуся на Колыме 2022 года. В этот раз мы полетели я, Саня и Степа. Мы специально вылетаем за несколько дней до охоты, чтобы хорошо приготовиться, пожить несколько дней в охотничьей избушке и планируем еще порыбачить до охоты. Но посмотрим, как оно будет там в реальности. Ведь на севере погода непредсказуема, так что пока не буду ничего заранее загадывать. А пока мы полетели. Встречай нас, Колыма, мы летим к тебе навстречу. До свидания. Че горят? Не курим, не курим, говорят. Не курим? Ну че, Степа, мы... Вот мы и дома. Вот мы и приехали. А тут зима. Зима. Мы практически с лета пролетели. И сушки по всему сразу. Степа, пошла, нет? Че, рыбачить будем? Стоим, ждем машину. Вот. Вот такая табличка есть. В октябре 41 года. Закупили продукты. Черный, а? Не, белый больше, наверное. Белого 8. Да? И 4 черного, да? Ну, давай так. Белого 8. И черного 4. Цены такие же, как в городе. Тут еще не подорожало. Приехали на заправку. Нам 60 литров надо. Мужики тут несколько тонн. А куда едете? Орла? Бензин, литр стоит 72 рубля. 72 рубля.
место второй. Мы сейчас в верхнем находимся, в Колымске. Да, приехали. Сейчас пока варим суп какой-то. Ого. Из оленины. Не какой-то, а из оленины. Все, я только прилетел. Да, только прилетели, часа три назад. Сейчас собираемся. Съездили за продуктами. Как в городе. Да ты что? Даже дешевле, вот Якут Оптторг есть, там сахар у них 90 или 80 чем-то рублей, в городе 120-110. Ну. И там по макарону, рис, все дешевле даже, прикинь. Даже, а в коммерческих магазинах тут в Зырянке, да, такие же цены, как у нас в городе, один в один. Дешево. Я удивился, поэтому даже это видео не снимал про цены. Но. Вот на этих буранах мы и поедем. Вот этот буран вообще бывалый. Буран дяди Гоши. А это уже новый буран. Буран Дэна. Денис на нем ездит на охоту. Вот такой мощный. Там же бульона много, да, Сёж? Да, вот мы думаем, что нам? Просто мясо есть? Да нет, чё, если бульон валёное есть, да, давай лучше что-нибудь добавим, да? Или супчик сделаем. Вермишель. Без так картошки, слышишь? Близко. Да, всё. Можно макарончик. Макароны кинуть и приправу. Mm. Мясо нормально вообще. О, полное мясо. Ну. Такие. Да, да, да. Валится, мягче будет. Угу. Первый день, Серега, первый день. Куда ты? Иди сюда. На, иди сюда. Иди, иди, не бойся. Что такой трусливый-то? Ой. На, на, на. Убежал. Вот молодец, чего ты боишься-то? Смотри, какой вкусный. На. Да бери уже. Большой слишком, что ли? Это, видимо, мама. Тоже такая пугливая. Это у нас тут гонюха. Впадает в речку Исачная, а Исачная в Колыму. Парни тащат патроны. Что там, много патронов, бегом, да? Подготовка. Как бегали, да? Подготовка. Патроны. Старые патроны наши. 3-4 года им. Надо это. Вот это нулевка. Пример. Нулевка? Феттер, да? Тут всякие разные. На разнобой. Были на охоту. На охоту. А, если нет, на охоту, значит там 3 нуля. Это прошлогодние. Да, прошлогодние. Ага. Да, всех расстреляем. Что, стрелять будем? Стрелять, короче. А конечно. Все, верни его, Саня, окей. Ребята, вот, собираемся на гусиную охоту. Вот так все, кто здесь, да, живет, так собирается. Вот он. Стой, подожди. Подожди, Степа, стой. Все.
Давай, перевернем. Приехали в избушку нашего старинного друга Виктора Петровича. Но Виктора Петровича сейчас дома нету. Так, маленько. Виктор Петрович, короче, здесь живет. Да. Мы тут осенью жили. Осенью, весной. О, какой телевизор у него тут. Вот чебачки есть, смотри, сушеные. Генератор. Смотри, чебачки. Но. Виктор Петрович заботится о гостях. У Петровича тут электричество, все дела. В общем, комфорт и цивилизация. Аккумулятор какой-то. А, солнечная батарея у него, солнечный генератор. Сейчас растопим печку, подогреем наш супчик, потом будем спать. Друзья, сейчас будет короткая реклама. Реклама чисто нашей охотничьей бригады. Да-да, когда нет охоты, бригада под руководством Дениса строит любые помещения под ключ и сэндвич-панелей. Подключим отопление и котлы, сантехнику и электрику. А еще у нас есть бригада, которая строит дома из бетона.
сделает кладку блоков, еще сделает ремонт вашей квартиры под ключ. Мы вам гарантируем 100% качество наших работ. Номер телефона указан в этом ролике, а также я оставлю этот номер под этим видео. Наступило утро. Сегодня пурга. Идет снег. Дует сильный ветер. Мы переночевали в избушке у Петровича. Сейчас поедем за водой. За водой ехать надо куда-то далеко. На Колыму. Че, опять катки перевернулись? Нет. Просто съехали. Съехали? С этой стороны, да, с этой стороны, да. Майны тут нет никакой. Кололи. Такой лед. Ляду наполнили. Будем топить лед. Правда. Воды в нем. Воды будет мало. Половина всяких будет. Половина будет или нет. Такие тут просто. Снег, непогода. Будем сейчас жарить чебака, кушать, спать. Творог наделось уже. Хорошо, есть печка в тамбуре. В доме, в домике. Печку топить очень жарко. Сами понимаете, в домиках обычно печки, буржуйки очень сильно дают жар. Что сидеть в доме с натопленной печкой вообще невозможно. Хорошо сегодня ночью. Сильно не топили печку. Было прохладно, хорошо. Поэтому спали очень даже неплохо. Чебаки наши жарятся. Тем временем. Что у нас тут творится на улице?
снег идет, ветер дует, солнышко проглядывает, уже хорошо. Перевернул чебаков, теперь обжариваю с другой стороны. Запахи пошли умопомрачительные. Парни сидят, ждут, когда я приготовлю им рыбку. Проголодались, наверное. Первая партия чебачков готова. Осталось совсем немножко. Жарится. Аппетитные рыбки. Итак, наши чебаки поджарились. Сейчас будем обедать. Народ дождался. Требует жареную рыбу. Так. Все. Сюда положим. Жаль, запах не передает камера. Че, парни, готова рыба? Степан, вставай! А не, он не греча. Все бы спит. Устал всю ночь. Брок. Работал. Попал в ямы. Где верхний горячий? Да. А если здесь возьму на хрен? Не, надо этот переложить. Сюда переложите, сверху горячий. Че, нормально там? Вообще приятно. Да. Вообще вкусно. Смотри. Ой, икра. Икриная, ну. Все, мы поехали. Спасибо этому дому. Было тепло и уютно. Сейчас поедем на реку, где будем ставить палатку, обустраивать лагерь. На этот раз все по уму, а не как в тот раз. Поселка выезжали, в торопях накидали. Видишь, как стулья так хорошо расставили. А так, ничего не помнишь, что ли, накидали тут. Вот дают. Thank you.
Иди, иди, еще. Смотри, хрен. Почему? Расцветка вообще такая была. Mm-hmm. Более-менее такой. Реалистично? А то вот, смотри, накрашенный. Mm-hmm. Этот, может, просто выцвел? Нет? Нет, такие были. Такие были? Такие. Украли. Своровали? Своровали. Все, Саня, покажи. Укрытие. Где укрытие? Ну-ка, сходи, уйди, посмотри. Так. На. Как стул. Сидеть, да? Стул сейчас поставлю. Так. Сейчас степину сделаю. Это у нас южная сторона. Ой, северная, это северная сторона. Да, Степ? На северной стороне у нас кормящиеся гуси. В прошлом году по пояс было же, да? Думаю, вот так было. Но... И нас был хороший. Нас такой, ага, мы же пилой. Да, поэтому в прошлом году пилой пилили снег. В этом году снег рыхлый, нас-то нет. Да. Ты что, себя откопал? Да. Нормально? Нормально. Уже тест-драйв прошел? Да. Как можно меньше этого. Ты выкопал себе окопчик? Мне выкопали. А, тебе выкопали. Вон тот как крайний. Как можно меньше этого надо. Типа, а. Давай-ка пойдем туда. Побольше белого, короче. Ну. Да. Че побольше белого? Вкусно. Ну, меньше, вот этот мешок пустой же? Да, дай ему. Меньше других цветов, говоришь? Да. Мне тоже нужен мешок. Большой, большой ему, да. Серега маленькая, наверное. Тут этот, шапка. Шапка. Ну, положи. Иди, иди. А? Все. Да. У меня еще этот есть, такая белая. Малахава. Шапка-чехол. А это, оказывается, чехол для хранения. Одевайте сейчас, блядь, шапка. Да. Черные будете, как эти. Как су... как? Суслики? Барсук, барсуки, еноты. Чё-то ты вообще выкопал там. Надо чуть-чуть это, да, копаться. А как я буду смотреть? Ты не смотри, Денис будет смотреть, он будет команды подавать. И спи там. Шкуру сиди и не отсвечивай. Надо вот это чуть убрать. Да? Патроны прошлогодние, да? Вот эти. А, то новые? Это новые. А, то новые. Магнум. Патроны использовать будем в этом году. Магнум, Магнум 4. Четверка. Четверка это что ли? Не. Четверка. Фирма Феттер. Ну и прошлогодние там. 36 грамм. А то очень часто спрашивают, какими патронами стреляем. Вот отвечаю. Дробь 4. А это у нас прошлогодние патроны. 2.0 Феттер. 3.0 даже есть, да? Или 2.0? 2.0.
0 и 2 0. 4 0 еще. Да, вижу. Там это, смотрите, тут 16 еще попадается. Короче, там, да. Дробь разнобойная будет. От 2 нулей заканчивается четверка. Цены на патроны. Цены на патроны. Цены на патроны скакнули. Желают оставлять лучше. Да, эти патроны мы купили по 23-24, что ли, в прошлом году. Сейчас ценник. Сейчас 53-55, где-то вот так. Это. Так что ли? Да, я вот тут заходил. Магазин, да? Угу. Да. Не будем говорить, какой магазин. Ну 47 еще были. А сейчас 23-57. Если в следующем году вы увидите, я обращаюсь к продавцам и хозяевам охотничьих магазинов, если вы увидите вот эти лица, покупающие патроны, вы можете им сделать хорошую скидку, и мы вам сделаем такую рекламу, да, что все охотники республики придут к вам за патронами. Напишем название. Да. Флаг ваш вывесим, да, вашего магазина. Патроны, потому что на север покупают в больших количествах. Количество. Не одну тысячу, а там по 2, 3, 4, 5, потому что сезон охоты тут очень длительный. Начинается с гуся, заканчивается турпаном. Да. Это больше, сколько это, месяц практически охоты. Да, прилет гуся, сухой утки, то есть речной утки, потом, да, нырковая, потом турпан. И на все это нужно, и на все это нужно очень много патронов. Три сезона охоты. Поэтому требуем. Поэтому убедительно требуем. Заказывать у нас рекламу. Отнестись к нам с пониманием. Да, люди интересуются же, пишут в комментариях, какие вы патронами стреляете, да, какой навеской, где покупаете, в каких магазинах. Какими патронами стрелял? Прошлогодними, да? Да, это точно. Да, вот даже, видишь, ржавчина. Это вообще старый, походу. Сделаем, а? Поставим. Поставь пока, потом палку приведем. Приехали на место нашего лагеря. Будем палатку сейчас ставить. Так, подойти, да? Жерди дрова, да? Дрова вон есть. А, есть, да? Тут снег уже глубокий. А? Вот это у нас будет палатка стоять. Костер ты будешь делать? Костер? Ага. Какого палатка? Чуть подальше нам. Да? Угу. Сразу искры вылетают, знаешь, да? У нас тут есть вода открытая, где будем брать воду для чая первого. Поехали за жердями для палатки. Будем базу ставить. Палатку. Вот трава у нас есть. Сделали жерди из тополей. Да, в одну линию. Серега, туда. Смотри, туда? По центру. Ага. По центру. Слишком. Так? Я втыкаю? Да, да, да.
тебя там в землю уже зашло? Да. Еще надо, криво стоит. Куда? Еще, туда, в ко мне. Сторону. Да. Давай. Поднимай. Во. Вот так. Вот этими делай, вот этот центровой же, вот он. А? Центровая. Не-не, вот этими делай. Вот они, еще три есть здесь. Большие, более-менее ровные. Ахалы велели до гохту. Постоянно витал где? Так, Степа. А, Степа, ты туда пройди вниз пока. Серега, наверх поднимай. Давай. Ага. Вот. Теперь сюда подавай, подавай, подавай. Все. Степа. Так, сильно надо... высоко. И чуть назад надо ее двинуть. Да, да. Ага. Давайте на это. В ту сторону начните. Но. Ха, ханод. Вон лежит. А что тут завязываешь? Что, у меня далеко? А? У меня далеко. Этой палатки сколько лет, как думаешь? 40? Наверное, где-то так, наверное. Палатка Коли Васильева. Но. Старая. Ой-я! Ну красота же, ну! Ну. Чё? А, внутри? Да. Чтоб подтянуто было. А, ну оттуда возьми. Жилище готово наше. Да? Что еще? Ничего. Что в меню сегодня? Сегодня суп. Суп. Оленина. Оленина. Отлично. Да, суп обычный. Макароны, что там, картошка. Макароны, картошка.
О, что-то ничего не видно. Что там? Сварилось уже? Макароны сейчас еще. Макароны чуть подварятся и все. Готово. Я сижу в аромате. О, какой запах. Все, закрываю? Ага. А я? Ждем обед. Еще нет, да? Макарон? Пока нет еще. Еще нет, да? Какие крепкие еще. На подходе. Так. О. Кому погуще? Вот-то. Воу-воу, полегче. Вот это че? Мое. Аккуратно. Пену, да? Оу. Чтоб ложка стояла. Блин, один казан уже, смотри, нету уже. На один раз только. Надо больше казан купить. Это 12 литров уже, да? 12, ну, по-моему, полезные там. Полезные там мало. Хватит. Надо просто чуть больше его заливать. На да, краю. Да. Так я полный мясо внутрь. Тогда мясо поменьше надо положить. Нет, так тоже не пойдет. Приятного аппетита. Все, кушаем. Взаимно. Дай спички. Я не курю, но у меня есть спички. Сейчас будем топить печку. Палатки. Пробное затапливание. Дрова, конечно, сыроватые. Или рожок. Сейчас будет тут жара. Тепло. Но, видишь, как, да? Кидайте, молодцы, предусмотрительно сделали. Вот и все. Тут идет очистка от меха губы. Нос. Носа, точнее. Мурон. Мурон. Да. Все. Да, молодец. Сидит холодно, сегодня сидит чуть-чуть.
пойду тут книги почитаю. Давайте посмотрим внутреннее убранство нашей палатки. Печка, но ее уже видели, наверное. Три места. У нас тальник постелили. Шкуры оленя. И сверху спальники. Вот мое место. Буду здесь спать. По-моему, нормально. Ночью будем топить печку. Вот так. Его готовит шампура. Да, вот шампура. Стальника. Стальника. Таежные. Да, зато экологические. Экологичные. Ну. Вот эти горы и манят нас. Горы Арагатас. Из года в год мы приезжаем на Колыму. Даже просто, чтобы полюбоваться этими горами. Колыма манит, не отпускает. Да, один раз приедешь и все. Все, да. Ты уже потом отсюда. Ты уже ее пленник. Но... навсегда. На охоту приедешь один раз и все. Я сюда приезжаю каждый год с 2000 года. 2 года, по-моему, только пропустил я. Жар идет? Идет. Все, что, как там? Вообще. Вообще? В самый раз. Сюда запахи уже пришли. Да. Против ветра. Потом еще накидаем, что сгорят. Еще партию. Это первая партия. Степ, так ты что, поделишься рецептом маринада? Или нет? Это большой секрет. Такой маринад уже не повторить. Неповторимый. Ингредиенты какие были-то? Шашлык. Свою воли, да? Да. Ты что, кроме мышцы? Или с собой? С собой возьмем, наверное, что? Завтра будет готов шашлык. Ну красота. Сашка, я иду, да? Ладно, ждем. Шашлык готов. Наверное, мало кто пробовал такой шашлык из оленины. Да, Степ? Да, наверное, скорее всего. Если даже вот мы, северяне, пробуем сейчас первый раз его.
из сахатины делают шашлыки. Ну, раньше, по крайней мере, делали. На? Ну, пробуй сними. Все норм? Как? Ой. Видно? Видно. Жарилось. Вкусно? Что порешил сделать вторую партию? Мясо осталось. Да. Добить. Сейчас угли появятся. А что, мясо все, да, Серёг, уже? Мясо все, закончилось. Аккуратнее, не провалитесь. Белка, наверное. Будем лёд выбирать. Хотелось бы проверять. Сейчас обратно поедем в избушку. Лагерь обустроили. Поедем обратно. Флягу не взяли, поэтому льдинами повезем. Вот как дрова просто берем и будем растапливать. Да, добываем себе воду. Да, добыча воды. Один брось. Все, закипел он. Бурон короткий, да? Виктор Петрович едет к нам. Виктор Петрович приехал. Привет. Привет! Сёп. Здравствуйте! Фига, он налегке едет, а? Смотри. Не замерзает. Да. Налегке, говорю, едет, Петрович. А? Не холодно, Виктор Петрович? Вот так. Да? Там жара, наверное. Да? Там жара, да. Здравствуйте! Где? Вон на... Чай горячий. Чай горячий. Сахар. А что ты потуда это приехал там? Там вышел, да? Обрезал. Ну... Тут дорогу один хер не видно, да? Да. Ничего, природа, да? Да. Пикник каждый день. Маёвки. Мы это, главное, что мы не опоздали. Да. Самое главное. Да.
А потом вовремя смыться. А что, вы все там уже и... Не, у нас водки. Ну, уже до последнего все там. Да. А эти тоже самые? Ага. Все в отпуске, что ли? Ага. Что, лед нашли, да? В тот раз? Воду. Да, нашли, откололи. Лед со снегом. С песком еще. Песочком. Еще песок такой немножко есть. Вкрапление. Жажды не померли. 21-го этот гроссмейстер же прилетит. Эй, кстати, я там тебе этот шахматы положил. Посмотришь. 21-го. На столе. На столе. Вкусные шахматы. Отправил. Надо было как-то состыковать. Хотя бы одну партию, да? Ну заедем же. Заедем. Или ты уедешь уже к тому времени? Я там. А, там будешь. Туда заедем. Я говорю, там это, надо ходить туда-сюда, не пойду. Я. Они говорят, мы носилки сделаем. Потащим, да? Ну ладно, тогда. Тогда да. Чё, кого гоняешь? Тёпа готовит муруна. Деликатес. Да. Готовить. Четыре часа. Шесть же сказали. А? Только четыре или шесть? Пять или четыре часа. Да. Заготовка дров. Здоровые калмыцкие парни. С легкостью несут на себе здоровые бревна. Все, подожди, сейчас приду на помощь тебе. Надо.
сделали стол, дизайнерский стол. У каждого индивидуальный дизайнерский столик. Дизайнерский стол называется «Маша и медведь». И чурок. Все, и будет там, на втором этаже. Доски завести. Тут ложе, спальное место, хранилище продуктов. Морковку закинуть и лук. Картошку пока не кидали, да? Пока нет, сейчас чуть поварится. А сколько времени прошло? Прошло 4 часа. Нет, 3 или 4? 4, да? 4, ну с 10 считай. Еще минут 40. Стоит. Суп готов. Да. Деликатес. Выглядит вообще аппетитно. Сейчас постоит. И все, чайник кипятит. Попчастнее. А, это с тех, наверное, да? С того. Это Степина. К Степе прилипло и вылетело. А, может быть. Так, чай. Вот это да. Так, вот хлеб порезать. Там далеко виднеются горы Илинтас. Дословно восточные горы. Все? Все. А что поход зачем? А? Не жарко? Нет, там поход там. Я в прошлый раз так ездил, без капота нормально было. Ага, по кустам. Да ну, бери. Нагреешь, ну. Все. Варежки. А? Варежки. Да у меня тут кусок. А мы будем тут спать. Попробую оттуда позвонить. Тут не ловит. Избушки не ловит. Около избушки тоже не ловит.
скрипучая лестница. Надеюсь, не сломается. Отсюда тоже не ловит. Связи нет. Позвонить не удалось. Расставились, поставили манки, скоротки сделали, ждем. Погода, ветер северный, северо-северный. Парни устали сидеть, решили, видимо, размяться. Так выглядят наши позиции, наши четыре скоротка. Вон они, четыре бугра. Есть! Второй. Есть! Один ушел так. Высоко было, да? Они их увидели. Ага. Да, видел, да? Шевельнулись, видать, и они... Степа, вперед! Высоко поднялись. Сюда идут вроде. Три, четыре, время 11 час. Сейчас будем спать. Это виднеется чрево печки. Парни возвращаются с добычей. Вечерки.
руках. Гуменники. Одинаковые кущи. Угу. Эх, слева крупнее, слева тебя. Конечно, намного. Но. Нет, ну они одной породы. Одной породы. Ну да. Люди в масках. Завтра расскажем тебе. Эмоции. Да, ешь. Эмоции. Там окно закрыл, да? Да. Не, нормально у меня. Обычная, место нафига. Обычная температура зимней. Избушки. Да? Все, мне лучше не будет. Привычный. Спать можешь.